Вот возьмите масочку, пожалуйста. Петя, а что вы не одеваете масочку? Самый частый ответ – забыл. Или дома, или в кармане, или в лучшем случае на подбородке. Хотя, как показала проверка, это единичные случаи. Большинство посетителей ТЦ «Лига» исправно соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. В этом убедились химкинские депутаты Артур Каримов и Владимир Суслов в ходе очередного рейда. Отрадно отметить, что подавляющее большинство покупателей все имеют маски. Единичные случаи, когда маска или опущена, или один-два случая, у кого не было, мы, соответственно, депутатами предложили маски, люди одели, никаких конфликтных ситуаций, проблем в этом не возникло. Люди с пониманием относятся к существующему положению, что нужно соблюдать масочный режим, поэтому то напоминание, которое мы им делали, они воспринимали даже с благодарностью. Подобные рейды регулярно проходят в городском округе. Жителям напоминают, что маска – самый простой способ защитить себя и своих близких от заражения не только коронавирусом, но и обычным ОРВИ.